Всем привет, сегодня или не сегодня я солью для тебя мой новый проект, только никому не говори, так как он был сделан большим трудом. Итак, в этом файле ты найдешь много папок, которые не очень нужны, нужны только те, которые с кадрами для создания видосика, там есть пыль и сам видос и тряпка. Ссылка на скачивание в описании. Кстати, я вот не знаю, обновить интро Мармака или обновить аутро Мармака. В правом верху вылезет голосование, какой голос вам больше нравится, голос робота или если я сам буду озвучивать видос. В этом файле ты найдешь папку с текстурами, ну про это понятно, идем дальше. Папка начало, это все кадры из самого сока. В папке пыль ты найдешь все кадры, которые в начале этого проекта. Папка тряпка, это все текстуры для самой тряпки. И в папке тряпка кадры, там есть все кадры для создания тряпки. Там еще много всяких файлов, но нам нужен только тот файл, где его формат Cinema 4D, и там самый сок. I put up and make it a scene, yeah, yeah. I put up and bustin' a beam, but it's